Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков, и мы продолжаем серию сюжетов о дизайне интерьера отеля. И сегодня мы поговорим о зоне ресепшн. А в зоне ресепции, конечно, вы встретите очень много изюминок. Во-первых, это наличие второго света, это использование натуральных материалов, будь то натуральный мрамор, натуральное дерево, и также, конечно, замечательные светлые тона. Именно здесь мы будем использовать самые яркие идеи. Мы много говорили о 3D-панелях, вот в этом варианте очень ярко представлено такое решение. Обратите внимание, насколько интересно оформлены колонны в этом интерьере. Прежде всего, это текстура дерева, которая придает статусность этому интерьеру, ну и, безусловно, это световая полоска, которая добавляет легкий акцент и создает нужную атмосферу. Важным элементом любого интерьера, безусловно, будет отделка стен. Помимо дерева и мрамора, здесь использовалась декоративная штукатурка с перламутровым эффектом. В данном случае декоративная штукатурка выполнена в интересной технике с использованием перламутра. Она вбирает в себя окружающие оттенки и дает легкий приятный блеск, который создает нужную атмосферу во всем интерьере. Цвет дерева поддержан в других деталях этого интерьера, что, безусловно, сохраняет его целостность. Это очень важно, когда мы пытаемся создать единую композицию для всего отеля. Вы, наверное, уже поняли, что дизайн белорусских отелей ничуть не уступает мировым стандартам. А в следующих сюжетах мы расскажем о дизайне президентского номера и заявим зону спа.